Высыпание на коже чаще всего донимает подростков. И это связано не только с гормональными проблемами и неправильным питанием. Подростковый период – время серьезных стрессов, связанных с экзаменами, проблемами с учебой, принятием или непринятием в своем коллективе, а еще дружбы, влюбленности. Оказывается, все эти совсем не детские стрессы влияют и на высыпание на коже. Это доказано учеными. Когда человек в стрессе, у него переваривание пищи затягивается в тонком кишечнике, а это усиливает, опять же, бактериальную нагрузку. И в программах сейчас, вот в американских программах по лечению акне, есть специальные антистрессовые программы. То есть здесь еще присоединяется работа такого специалиста, как психолога. Потому что вот даже по времени эвакуации пищи из кишечника, человек, который находится в нормальном состоянии, либо в активном, с хорошим настроением, либо который очень пессимистичен, либо в депрессии, а пациенты, как правило, с угревыми высыпаниями – это молодые люди, для них эстетически важно хорошо выглядеть в нашем глянцевом мире. Поэтому здесь присоединение еще специалистов, конечно, очень важно. Мы психуем, у нас не перерабатывается пища, и это идет к дополнительному образованию каких-либо прыщей.